Это материал, исходник материала, это титан, да? Да. В дальнейшем это какая-то дополнительная обработка, гравировка, покрытие, оксидирование, DLC и так далее. Можешь взять руки? Можно, конечно. Очень, очень интересно. Я могу даже какой-нибудь слон дать. Я видел какую-то немецкую компанию, как в свое время, у них ручку даже брал. Так, а как ее открыть можно? Да, я поснимаю. И какая цена, вот просто, чтобы народ знал уже? Средний ценник ручек, разброс от 5 до 60, средний 12-18 тысяч. А чем обусловлена такая цена? Что это как ручная работа? Да? Это Во-первых, это ручная индивидуальная работа, да, то есть это мелкая серийка. Во-вторых, это какие-то дополнительные вставки, допустим, золото, бронза, серебро, еще что-то. Да, то есть, допустим, для примера я сейчас покажу. То есть в прямом смысле слова раритет, да? Такой второй ручки не найдешь ни у кого, да? Ну, индивидуально, скорее всего. Ага. Ну и сложность обработки. Несмотря на то, что как бы титан достаточно дешевый материал, его обрабатывать, да, очень затратное, трудозатратное дело. Ну, допустим, разница, да? Ручка стоит 13,5, вот это. Это легенда СВД. А вот это стоит 60. А как легенда? СВД. А что, а как это расшифровать? Снайперская винтовка Дегтярева. То есть у нас фишка в чем? Пламегаситель похож на человек, который имел место и интересуется. Либо вот М16. Вот она стоит 60. Исключительно из-за того, что сложная гравировка. И бронзовая втулка накладка. То есть это литье и гравировка по бронзе. Хотя модель-то одна и та же. Но это какие-то такие памятные подарки, да? Это подарки, это может быть повседневная ручка какая-то. Ручка карманная, да? Это вот модель Цепелин. А вот эта прелесть сколько стоит? Очень она стоит 12. Очень интересно, да. И что получается? Вот такой дизайн, да? То есть она как в двух дизайнах может представлена, да, быть такой? В смысле в двух дизайнах? А вот вы выкрутили? То есть вот так вот она в собранном состоянии? Ну, можешь же ей пользоваться? Да. Нет, это просто... Все, просто я через камеру все понял, да. Цепелин, да, называется? Да, это цепелин. Цена 12 тысяч, да? Да. Есть ручки, допустим, Камикадзе. Ней уже интересней. Типа тростника такого, да? Да, потому что вот она является ручкой, а вот она... Там ножик, да? Нет, там не ножик, там пика. Ивара. Что это? Это Ивара, это такая палочка. Берем руку. У нас с вами есть упор, есть пика. Как цель самообороны можно использовать даже, да? Или это... Можно и в целях самообороны, конечно, да. А металл тоже это титан, да? Это все титан, да. Все титан у вас. У вас, в принципе, все титановое, да? Титан – это наш металл, с которым мы работаем. То есть цена вопроса вот этой ручки – 15 тысяч. Ну да, потому что некоторые спрашивают, задают вопросы сразу. Да. И ваши контакты, да, визиточку я возьму у вас тогда, вы дадите мне, да? Да, конечно. А сколько это ручка? Смотря какая. Титановый. От 5 до 60, в среднем 12-18 тысяч. А вот в районе, вот та, которая от 5, можешь посмотреть модель? Это 5 тысяч стоит. Так, это что у нас-то? Фактически это Кубатан. Так. У нее есть специальное отверстие для того, чтобы продернуть веревку. Ага. Надевается на руку и можно работать. Крепится на пальцах и держится. Интересно. А сама ручка как? Здесь маленький стерженек коротенький. Вот такой. То есть если кто-то задает вопросы, да, там, что это такое у вас там? Ручной клади, допустим, почему везете? Это ручка. Вот она даже пишет. 5 тысяч, да? Да, она стоит 5 тысяч. По продажам, что вот вы интернет-магазин? У вас в интернете же, да? Как бы, ну, вы продаете через интернет-магазин, да, еще? Интернет-магазин, да. Что у вас вообще как бы по продажам в интернет-магазине идет? Можно? Да, все.
Все, на самом деле понемножку все расходится. Ага. Так что, друзья, вы заходите. Как ваша компания называется? Вот. Титановая ручка Стрельцова. Вот, ну, я потом выложу контакты. По ролику могут там уже смотреть и заходить, ссылка тогда на ваш магазин. А вы в Питере, да, сами? В Екатеринбурге. А, Екатеринбург у вас. Давно на рынке вообще как? 10 лет. А, 10 лет. Да. То есть вы достаточно известны уже? Ну, достаточно давно, да. То есть помимо ручек мы еще производим различные аксессуары. В частности, допустим, бусины для ножей, цепочки, браслеты и прочее. Интересно, да. Это тоже голова у нас выполнена из титана, кепка – это бронза. Да. Что еще у вас там? Можно посмотреть. Есть, допустим, у нас этот четкий, буддийский. Интересно. Тоже титан, да? Да, все титан. Большие 108 бусин. Угу. Маленький спиннер. И цена какая? Четки стоят 120. Угу. А какие-то сертификаты у вас идут вообще? Ну, вот когда люди покупают ваш товар? Да, то есть мы можем сделать, у нас есть специальные карточки для, для подтверждения подлинности, что это наши вещи сделаны нами. Да. А там, я смотрю, это жетончики какие-то, да? Да, это жетоны. Тоже металл, да, титан? Это все титан. Очень интересно. И какая цена жетончиков таких? В среднем 1000 до 3, в зависимости от модели. То есть в среднем 1000 стоит они все. Так, еще раз, вот визиточка у нас. Это мы потом контакты ваши укажем. Что, здорово. А вот это тоже, да, же? Да. Вот, допустим, вот это у нас новая модель. Ага. То есть, эволюция, что называется. Где-то. А, вот. Вот это первая модель была. Астронавт. Астронавт. Это была вторая. Ага. И это уже третья. Вот она буквально на этой выставке первый раз выставлена. Ну, она стала такая более... Она стала миниатюрная. Более миниатюрная, размер у нее поменьше, да, по-моему? Да, размер меньше и вес, соответственно, как более повседневная ручка стала. То есть эволюция движется к уменьшению габаритов? Не к уменьшению, скорее к... К изяществу. К изяществу, да. И удобству повседневного использования. Как называется так, если... Астронавт. Астронавт, да, вот это, да, новое. Да, да. Очень интересно. Ну что, здорово. Спасибо вам большое. Все, счастливо тогда. Мы на канале выложим все ваши координаты, реквизиты. И будем общаться дальше. Всего доброго.